Давайте посмотрим внимательно на этого малыша. Да, он компактный, но, тем не менее, достаточно мощный. Обратите внимание, что есть две позиции, в которых можно хранить этот пылесос, если у вас невысокая, но широкая полка, или если у вас высокая полка, но узкая. Как видите, этот пылесос отвечает современным нормам дизайна. Если вы обратите внимание на очень красивую панель красного цвета с бликами, он похож на спортивную современную машину, на суперкар от бренда Hyundai. Кстати, вам не обязательно советоваться со своим мужем, потому что действительно в этой ценовой категории это лучшее соотношение цена-качество-функции. В этом мы с вами сейчас убедимся. Ну а прямо сию секунду обращаю внимание на вашу скидку. Вот она здесь в уголке. 1500. В всех нюансах, системах фильтрации и прочим, мы спросим у нашего эксперта Юлю Колсову. Она уже подготовила несколько экспериментов с пылесосом. Внимание на экраны. Да, мы ярко видим замечательную цену. Сейчас мы посмотрим, как работает наш пылесос Hyundai. Давайте начнем с ковровых покрытий. Ох, как хороша эта цена. Она греет душу, честное слово. Но мы ее потом попылесосим с вами. Покажу, как на гладких поверхностях работает Hyundai. Пока обращаю ваше внимание на ковролинчик. Смотрите, 70% в стране у всех ковролин. Поэтому самое, ну, такое распространенное покрытие я для вас сейчас демонстрирую. Со сложными загрязнениями, обратите внимание, мы рассыпали ни много ни мало, а тяжелый рис. Это, ну, тяжелое загрязнение, это не пыль. Справляется идеально, посмотрите, я прям буду полоски вам делать, чтобы вы видели разницу. Если вы убираетесь до сих пор старым мешковым пылесосом, лучше вооружайтесь Hyundai. Никаких мешков, супермощность 350 ватт. Я вам могу рассказать, как мы делали эксперимент. Мы трехкомнатную квартиру, наши коллеги, устланную коврами, ну, любит наш редактор ковры, мы очистили все Hyundai, причем работаем. Резервуар наполняется до 1,5 литра. И при том, пока он наполняется, что мне понравилось, Надя, мощность всасывания не падает вот все то время, пока пылесос работает. То есть вот это одним... здорово. Да, мы можем, не меняя мешка для пыли, всю квартиру пропылесосить. Да? Абсолютно никаких мешков. Ни тряпичных, ни бумажных. Их нет. Там резервуар, который вы сможете легко очистить. Мощность хватает надолго, на то, чтобы убрать полный дом, полный усланный коврами и по полу, и по стенам, да, Юля? И не только ковры убираем, но также и другие ровные поверхности. Идеально чисто. Идеальная спасибо. Чистота. Мы с вами почистили ламинат, у нас паркет, у нас еще и кафельная плитка. Обращаю ваше внимание, давайте немножечко поговорю еще об удобных опциях, это важно. Вот они, наши кнопочки. Видите, какая широкая площадка для того, чтобы смотать шнур или включить и выключить. Мы делаем это с вами абсолютно не руками, а ногой. То есть мы не наклоняемся, чтобы включить, мы не наклоняемся, чтобы смотать шнур. Смотрите, это горизонтальная парковка. Удобно. Это когда в работе пылесос. А теперь вам нужно его хранить, поставить в шкафчик. Мы его можем парковать и вертикально. Причем, обращаю ваше внимание, посмотрите, занимает совершенно мало места в шкафчике. За дверью можно поставить, да за занавеской. Да, отличная идея. Это для малогабаритных квартир. Он компактный, наш малыш красного яркого цвета, как суперкар, как спортивная машина. Так, что это? Телескопическая ручка. Абсолютно подстраивается под ваш рост. Конечно, супер. Ручка телескопическая. Ну что ж, я в восторге, конечно же, от цены, как хозяйка, 4699 рублей. И еще от того, что не надо идти в магазин. Знаете, как это бывает, очень сложно выбрать подходящую бытовую технику. Нужно дождаться мужа, поехать в выходной, пробродить там, сравнивать цены, сравнивать функционал. Не надо. Зачем? Если вам нужен был пылесос, вот он. Все здесь есть. И компактный, и красивый, и мощный, и еще и надежный. Обратите внимание на бренд Hyundai. Эта компания вас не подведет. Ножкой мы включаем, ножкой выключаем. Просто веселье и праздник, действительно, а не уборка. Мне очень нравится. Легкий, одной рукой держу, и мы начинаем работать. Ну, совсем сложная, я считаю, поверхность. Это глянцевый пол, это вообще кафельная плитка. Ну, в ванной она есть? Есть. Ну, на кухне она есть? Есть. На кухне манку просыпаем. Муку просыпаем. А кошки наши любимые животные, туалет кошачий, весь разбрасывают. Посмотрите, как идеально убирает. Да мыть уже пол практически не нужно, но чистенько. Ну, тряпочкой потом быстренько протрем и все. Уборка сокращается в два раза.
и превращается в удовольствие. Самое интересное, Юль, то, что он всегда под рукой, и если что-то просыпал, сахар, соль или какую-то другую противную сыпучую субстанцию, даже песок. Вот мы заходим летом на сандаликах, дети, сколько песка приносят. Вот такая плитка, например, в коридоре. Раз за разом моешь-моешь, подметаешь, все равно тут песок скрипит. А вот таким образом один раз пропылесосил, получил идеальное решение, идеальную чистоту. Абсолютно. Ну, смотрите, у меня есть еще здесь одна поверхность. Поверхность это паркет. И давайте на ней проверим, как работает Hyundai. Вот, посмотрите, идеальную полосочку делает, чистенько. Ну, шлифует почти пол, что уж тут говорить. А главное, мелкие частицы не отпускают воздух. Еще раз покажу, куда попадает наша вся грязь. Вот сюда, вот в эту прозрачную колбу. 1,5 литра туда попадает. Более того, пока мы с вами убираемся, работаем, вся грязь здесь. И самое главное, что абсолютно не теряется мощность всасывания. Еще раз скажу, 350 ватт. 4699 рублей – это пылесос Hyundai. А вы хотите убираться с удовольствием? Вооружайтесь. Ну, просто клининговой системой на дому, так сегодня называю, этого мощного, компактного и такого сильного помощника в деле наведения чистоты. Это, конечно, пылесос от бренда Hyundai. Легкое очищение контейнера, возможность промыть его водой, никаких больше мешков, никаких расходных материалов. Это ваша экономия. Ну и красиво, как ой, девочкам нравится, мы сегодня все рады. Да, мощность. Давайте о мощности поговорим, это важно. Мощность – это важно. На это обращают внимание мужчины, когда мы идем в магазин. Юля, мы видим, ой, какой красный, ой, какой красивый. А мужчины сразу к циферкам, так. Какая мощность всасывания, будет ли работать? Как же мы будем проверять мощность? Давайте это сделаем в прямом эфире. Итак, внимание. Ой, я тут придумала. Вот так вот мы будем проверять мощность. Вот такие вот шары, бильярдные шары, самые настоящие. Вот. Так, смотрите. Мы будем сейчас пытаться, чтобы их всосал наш пылесос. Давайте, я включаю, да, с вашего включаем позвонить. Hyundai и будем работать. Оп. Так, Надюша, включай. Так, давайте, а ты считай шарики, я их загоняю, а ты их считай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давай. 13, 14, 15, 16 у нас шаров. 16 шаров! Вот это мотор, вот это мощность у Hyundai. Профессиональная мощность пылесоса 350 ватт. Уберете в два раза быстрее трехкомнатную квартиру, всю условную коврами. Давайте мы отпускаем нашу мощность. Отпускаем кнопку плюс. Выключаем пылесос. Опс. Да, все шумно, у нас... но зато все понятно. Итак, шары у нас вот на своем месте, но мы хотим констатировать, что они, конечно, у нас доказывают мощность этого агрегата. А ведь это не случайно, Юля, это бренд Hyundai за цену очень бюджетного пылесоса с такой сочетанием почему качеств. Почему же так умеет Hyundai? Внимание на экран, я сейчас расскажу, как устроен пылесос Hyundai. Встроенная система мультициклон, уникальная разработка ученых, вихревым потоком воздух, вот этот весь грязный, разбивается на крупный мусор и на мелкий мусор. Вот крупный попадает в фильтр грубой очистки, а мелкий попадает в уникальный фильтр тонкой очистки, HEPA-фильтр. Он гофрированный, из специальной ткани, которую можно мыть. Вот он задерживает всю, даже самую мелкодисперсную пыль. Она назад не вылетает. Вы не дышите вот этими всеми аллергенами. Вспомните, мешковые пылесосы, они отдают пыль обратно. Даже запах бывает. Здесь чистота, идеальная чистота не только пола, ну да, для красоты, но для и нашего воздуха. Вообще порядка дома. Самое главное, воздух в комнате, конечно, чистый. Особенно в детской комнате. Позаботьтесь о ваших малышах. Конечно. Ну а почему? Не только о малышах. Мы заботимся и о своем здоровье. Экономим на нем значительно, приобретая качественные бытовые приборы. Это бренд Hyundai. И мне сейчас передают вопрос из колл-центра. Сколько же весит этот малыш? Ну давайте знаем, сколько он весит. Ну вообще ничего не весит. 2,5 килограмма. Так вот, давайте посмотрим на красивый корпус. Как суперкар, эффектная машина, бренд Hyundai, вы видите, говорит сам за себя, эффектная красная поверхность, она даже такая вот сатиновая, очень стильная, крупные кнопки для выкл и вот засасывает шнурок, это можно нажимать ножкой, не надо наклоняться и никаких мешков для сбора пыли, это пылесос Hyundai.